have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами продолжаем экзанимум, тренироваться на арене. Ну, как тренироваться, пытаться построить карьеру великого менеджера. Да, ситуация у нас вот, собственно, вот такая. Нам грохнули одного чувака в прошлый раз, и оно-то вроде было бы ничего, если бы не одно «но». У нас два человека очень сильно избитых, третий мертвый, а целый у нас только наемник. Наемник, кстати, вот как вы видите, кандидат. Из моих бойцов есть один новичок, один кандидат. То есть у меня все-таки один новичок появился, что очень круто. Что мы можем сделать? Мы можем отправить нашего чувака вот этого на схват... Нет, на драку. Но он проиграет, блин. Давайте его на дуэль в неумехах отправим. Просто, чтобы остальные пока подлечились. На зачистку... на зачистку... Давайте я его на зачистку отправлю. Он с кулаками, правда, пойдет, но мне кажется, что он может выиграть. Просто попробуем, проведем эксперимент социальный. Отправим чувака на зачистку. Нет. Да ёлки-палки, не давай... Я забыл, что я могу камеру управлять. Вот так. Блин, по ней один удар оставался. Серьезно? Она тебе вмазала. Надеюсь, она тебе красного урона не нанесла. Вот это то, что она кувалдой вмазала. Зачем ты отступаешь? Вот ты нанес три удара. Нормально. Нормально, красавчик вообще по тактике. Фух. Это вы знаете, я это сейчас делаю по одной простой причине, чтобы вы могли смотреть летсплей, пока смотрите летсплей. То есть я сейчас тупо в роли комментатора сижу. Я даже не играю. Офигеть, за меня дерется наемник. Давай. Вмажь ей. Лошадью ходи. Нормально, троих укатал. Серьезно, вот это вот безотказная штука. И то он с посохом справился. Так, арматура. Ну, арматура медленная, правда сильная. Он справился кулаками против посоха. Вообще красавчик. Ну, он его сейчас размесит. Ну да, тут как бы без вариантов было. Тоже посох, блин. Блин! Вот это ты хедшот словил неправильно. Ты не можешь тут сейчас проиграть. Есть! Ха-ха-ха, затащил. Молодца, просто красавчик. Фух. Чё он у нас там по жизням потерял? Блин, половина красного, серьезно. Это, видимо, ему молотком прилетело и всякое такое. Ну, да. Пойдемте посмотрим, что у нас есть по кулачному. Потому что нам бы драка, вызов, дуэль, драка, зачистка, драка. Кулачный, на эксперте. Смешно. Ну, пойдем. Эксперт, ага. Угу. Ёлки-палки, я об этом пожалею. На. Вот тут! Нет! Я же выигрываю! Фух, я сейчас чуть-чуть перетрухнул, конечно, потому что я явно выигрывал, и потом меня начали мочить. Блин, это было страшно.
Знаете, это было неплохо. Я подзаработал денежки, причем реально, вот спасибо, что подсказали в комментах. В кулачный бой можно ходить на любом уровне, на знатоке, на эксперте, и отличается только деньга, которые ты зарабатываешь, получается. Это хорошо. Ну и которые ты теряешь тоже. Да отойди! Вот это меня просто раскатали. Да, согласен. Потерял десятку. Блин, почти серебряный потерял. Ай. Пофиг, пофиг. Жизнь не восстанавливается, это главное. Вот, пойдемте кулачный бой на неумехах. Просто по фану, сколько я там отыграю? 4 серебра, если выиграю. Ну, чувствуется, что уровень оппонентов абсолютнейше разный. То есть вот этот тряпочный вообще был. А в предыдущем бою она на меня выскочила, и как давай мутузить. Ладно. О, у нас есть двое на двое. Пойдемте, кстати. Только не на Браулере ни в коем случае. Пойдем на... Я уже не помню, кто из вас каким оружием. А, оба. Оба с кулаками. Одного убили. Блин, девка с мачете. Да ёпар СТ! Прессуй ее. Вот так, нормально. Мы сейчас друг другу мешали на самом деле. Потому что приходилось исключительно ближний бой. И... все неплохо подлечились. Схватка, драка, кулачная драка, схватка, зачистка. Блин, зачистка на знатоке. Не-не-не, спасибо. Мне вот это вот интересно, что за тварь? Блин, 6 серебряных. Ну что, пойдемте рискнем. У меня чувак с неполными жизнями, кстати. Новичок. А, это на новичке все. Ну так, а че я не могу на новичке пойти? У меня чувак на новичке. Или это нужно еще что-то? А, один... Понятно, трое чуваков надо с моей стороны. Хорошо, хорошо, я понял. Идемте еще раз тогда в кулачный. Пусть наш чувак попробует за нас отыграться сейчас. Он в кулачном неплох, кстати. Если пропускать не будет. Я на это надеюсь. А, нормально. Один апперкотик, парочка джебов и все. Так, ладно. Что у нас по шмоткам есть? У нас есть Билл. Кстати, в прошлый раз мы как раз, по-моему, Билл и просрали, да, у нашего убитого чувака. Кандидата. А что мне там еще? У меня там булава была. И посох. Еще был мачете. Еще было всякое. Так, а ты у нас... Ты у нас на кандидата. Ладно, ладно, ладно. С вещами разберемся. Пойдемте, я его еще раз зачистку отправлю, еще раз посмотрим летсплейчик. Да ну ладно тебе, зачем ты под топор-то подставился? Просто уничтожитель, знаете, такой. Как бы это плохо ни звучало, но когда твой чувак устраивает фистинг... Ну просто фист это кулаки, ничего не подумайте такого. Да, просто избивает, нормально. Раз, два, вломил, ушел, вломил, ушел. Проблема начинается с длинным быстрым оружием. Пока нету длинного быстрого оружия, смотрите, как он морды чистит. Просто напором, бах, бах, начистил репа. Там сколько, 3-4 удара буквально хватает, чтобы чувак улетел. Yeah.
просто аннигилятор. Блин, мне бы такой скилл, надо бы подучиться еще на кулаках драться, потому что я вроде что-то уже начал уметь, но вот так вот, чтобы уничтожать, это неплохо. Ну все, чувак мне просто пошел денег выиграл, нормальный красавчик. Итак, я все-таки думаю, что нам нужен еще один наемник, потому что у нас сколько боев, где трое человек надо. Вон, у нас, кстати, чувак до новичка поднялся. Вообще хорошо. Давайте мы ему скилл качнем. Так, далее. Это у нас аж в самом конце этот чел будет, а? Так, ты у нас с посохом, ты у нас... А я не помню, кто ты. 33-й вроде кандидат. А, ты у нас с кинжалом, да? Я помню, что с кинжалом и щитом я ходил. Да-да-да, у меня эта штука частично получилась, частично нет. А, вы хотите сказать, что мне пушку вернули? Это неплохо, кстати. Давай это я заберу. На тебе белок. На тебе, наверное, подшлемничек, чтобы ты не скучал. Ладно, там дальше посмотрим. Далее. Вот ты. Ты. Чем бы тебя так порадовать? Двигайтесь быстрее, невзирая на тяжесть доспехов. Давайте вот этот тебе качнем. Так. И... наем. Нанимать у нас есть... Блин, а сколько у нас денег есть? Почему здесь не показываются мои деньги? Было бы очень приятно видеть, на что я могу рассчитывать. У меня там вроде как парочка золотых... О, я могу вот эту вот цацу взять с топором. Не рейд. Ну, она сама говорит, в рейд не пойду. Не, рейд это не мое. Ты у нас кто, кстати? Воин, это я понимаю. Какой у тебя ранг-то? Ну, идем. Наверное, я лучше-то не найду сейчас. Ну, в смысле, чтобы за такие же деньги. Вот она с Моргенштерном, с Моргенстар. Кстати, бронька... Что у тебя? Кожаный жилет. Неплохо. 3-4 стоит, да? 3-4. Ну, понятно. 3-4. А ты у нас еще и в шлеме, и в жилете. 3-10. Да, чуть дороже, согласен. Ну, топор... Щит. Да, я знаю, это тот щит, который многим из вас не нравится. Но топор хорош. Давайте, я ее забираю. Будет у меня лишний человек. Кто она по рангу? Кто она по жизни? А, она тоже новичок сразу. Во, это круто. У меня получается только 33. Да, блин. 33 кандидат. Остальные все новички. Мне нужно 33 срочно качать, чтобы он уровень поднял. И тогда у нас все будет хорошо. Вот тебя мы сейчас... Нет, 55-й. Нет, 33-й. Все, нормально, 33-й. Хорошо. Ему нужна зачистка на кандидате. Давайте попробуем. Я не помню, с чем он сейчас пойдет у нас. С Биллом. Нормально. Вот эти два хеда очень удачно получилось. Жалко, что я отхватил удар ножом, вот этот пырячий. Но вот эти два хеда получились довольно неплохими. Блин. На отходе, на подходе надо пытаться его забирать. Нет! На, держи хед. Все. Я вспомнил более-менее тактику с Биллом. Пытаться на отходе, на подходе забирать. Блин, чувак. Ой. С таким же оружкой. На тебе. По шее. На тебе. На. Держи. Все, склейся. Тут надо было быстро. У меня лично проблема, когда против меня выступает тяжелое, это легкое длинное оружие. Не, у меня могут возникнуть проблемы и в другом случае тоже. Вот это я сейчас увернулся чудом.
Ай-яй-яй! Ты серьезно? Ты булавой тычешься? А, это было низко сейчас. Но она острая, блин, он все равно каким-то шипом попал. А, не-не-не-не-не! На, сдохни. Фух, чё, последний? Да, это был последний бой, я думал, мне еще остался последний бой. Нормально, нормально, вытащили. В общем-то, с Биллом можно жить. Нормальный чувак. До сих пор не заработали себе, ладно. Интересно, там сколько нужно будет на уровень-то копить? Ну, то есть, проходя вот такие вот зачистки, я думаю, что я накапливаю неплохо экспы. Схватка. На схватку трое, опять же, нужны. Ну вот. Ну вот! Давайте рискнем. Блин, нас тут сейчас отмутузят. Просто не по-детски. Чувак! Да сдохни! Сдохни, тварь! Есть! Так, где мои, где чужие? Минуточку, я только что свою мутузил все это время. Ой, блин! Это будет печально, если да. Нормально! Нет! Нет! Сейчас реально убить могут. Фью, я выиграл. Я не знаю как. Блин. Вы хотите мне сказать, что реально я все это время мутузил свою тетку? 55-й апнулся. А, неудивительно. Так, кстати, не рейд вырубили. Она вообще ничего не почувствовала, зато... Мужика отмудохали очень сильно. Моего чувака вообще чуть не убили нафиг. Ой, давайте я его качну немножечко. Серьезно? То есть, минуточку, я просто потерялся. Вы хотите мне сказать, что я с таким упорством мудохал своего же наемника? Что там, 55-й? Нет, стоп, я не туда иду, да? Да, не туда. Оп! Стоп, ребят. Там из-за того, что сбросились ранги, она не могла таскать некоторую одежду. Я думаю, я это замылю за цензурю. Так, надо не забыть, на какой минуте это произошло. Да, тут, в общем-то, есть такая фишка, что, наверное, то, чего не следует показывать на Ютубе. Так, а, вот, тебя можно качнуть. Хорошо, в щиты я не пойду. Я пойду вот, наверное, еще... Двигайтесь быстрее. Да, вот это вот пойду. Кем я могу вообще сейчас сходить? У меня целые люди есть. У меня 33-й. 33-й. Блин, вот, короче, в чем проблема? Нанимать женщину-наемницу. Так вот у нее будет сбрасываться... ранг. И будет видно то, что не нужно... Так, ладно, зачистка на три... Блин, он не до конца живой еще, но пойдемте. Все, до свидания.
Не надо тут махать ничем. Ну вот, делаем скидку. Нет! Блин! Я просто уже видел, как это ко мне летит. Да ударь в бубен! До свидания. Блин, очень сильно ножом задели. Очень, блин, сильно. До свидания. Вот с этим, чуваки с посохами, черт побери, опасная имба. Вон я в прошлый раз чуваком с посохом против троих выстоял. Блин, блин! Черт, ну она разогналась, я уже ничего не мог сделать, видели? Уже пошел вихрь, раз, два, три, три удара подряд, все, короче, просто улетаешь. Говорю, с посохи это имба, чертова, так нельзя. Ладно. А, еще и красного урона хапнул. Все, у меня только вот это осталось, которое в рейды не любит ходить. Новичок-новичок, драка. Вот я и могу туда, конечно, отправить. А пойдемте. Посмотрим первый раз, как бот дерется в драке. И на нее сразу двое накинулись. Нормально. Отхавала буквально сразу. Нормально, да, хорошо, хорошо. Раздача топором пошла. Но ее убьют. Уже убили. Да, то есть то, что я и говорил, что наемников в драку кидать это глупо. Они лезут сразу и их там мочат, и все. Так, зачистка на неумехах. Пойдемте, я на 33-м схожу. Мне вроде как его... А, стоп, у меня все новички? О, а вот это шикарно. Это как раз и был тот парень, которого мне нужно было прокачать. Все. Я сразу просто не обратил внимания. Зачистка, да, идемте. Вот у него уровень качнулся. Да вмажь ты ему уже. Вот так, все. Надо на кулачный сходить, у меня слишком много покалеченного народа. До свидания. Присядь, отдохни. Игра издевается надо мной, да, я так понимаю? Она понимает, что я против длинного оружия... Не вытягиваю. И дает мне таких соперников. Ну да, да, да. Все, ладно, я этого чела сейчас прокачаю. Блин, теперь придется быть осторожным. Вот, 33-й прокачался. Управление. Так, браулер. Главное помнить, что тетка у нас в конце. Так, ты у нас новичок. С тобой все хорошо. Это не у тебя. Это вот здесь. Да, это вот здесь. Тебе мы тоже движение в броне прокачаем. Так. Пойти что ли скупиться для вас, раз вы такие все новички теперь? Сейчас, сначала восстановлю им хпшки. Все равно сейчас в кулачный придется идти. Поэтому браулер будет отдуваться за всех. Вызов. Хе-хе, смешно. Нет, спасибо. Так, зачистка, кулачный. Вот кулачный на новички неумехи. Деньги. Деньги не пахнут. Ай! Понятно. Я тут слился.
Балет! Ребят. Опа! Ладно, не слился! Хотел сказать, вы любите смотреть балет? Вот это сейчас и было. Удивительно, как я не сдох. Пойдем кулачный сюда еще. Серьезно, я сейчас буду ходить по кулачным, потому что у меня одни калеки остались. Мне не с кем играть. Игорь нету! Игорь тонет. Та... Сдохни ты уже, пожалуйста. Спасибо. Последний удар остается, и они начинают пытаться что-то сделать. Блин, я тоже пытаюсь что-то сделать, когда по мне остается последний удар. Чем мне вообще с деньгами? У меня 4 золотых. Ну, не так, чтобы... С другой стороны, сколько я на наемницу потратил? Тоже 4. То есть у меня было около десятки. Зачистка на кандидате. Вкусно, конечно, выглядит. Но я, наверное, не пойду. Надо еще в кулачный бой сходить. Новичок неумеха, да, пойдемте. Ну, просто я сейчас опять полезу с неполными жизнями. Меня опять грохнут. Дай, ёп, пересетай тебя! Отойди! Дай... Ай-яй-яй-яй-яй, чувак, красава. Просто уничтожил. По-моему, я не уверен, что я по нему вообще попал хоть раз. Так на вылетах. Раз, два, вообще пол хпшки снял. Вот, неплохо, неплохо. Так. Идем еще раз кулачный. Уже почти все здоровы. Это вот, серьезно, мне вот сказали в комментах. Воспринимай кулачный бой как хилку. Что-то можно выиграть, что-то проиграть. То есть по деньгам это бывает по-разному. Вот я сейчас, например, по-моему, тоже проиграю. Опа, да, сам налетел, он еще и в живот такой, оп. Ладно, два боя проиграл, но здесь не получается красный урон, поэтому все хорошо, все шикардос. Теперь, что нам могут предложить? У нас почти, почти уже целые. Пойдемте вот сюда. Вот еще. Нет, блин, это дорого. А другого нету, да? А другого нету. Пойдемте. Короче, последняя кулачка. Просто, чтобы всех на максимум хильнуть. Зря отпустил. Зря отпустил. Нет! Нет, нет, нет! А вот она меня не отпустила. Блин, я уверен, у нее там вот буквально тютелька чертова жизни оставалась. Черт, это было сейчас обидно. Избили как тряпку. Так, что у тебя там сейчас еще раз по этому... Вилы, кстати. Вилы, вилы. Вилы, 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 вилы. Хочу ли я вилы? Хочу, наверное. На кого? Не знаю. На посоха? Я не хочу менять посоха. Мне нравится. Что-то еще интересненького есть. Из оружки, кстати, но есть кинжалы. Кстати, смотрите, они разные. Ну, по виду, по крайней мере. Кандидатские кинжалы. Ладно. Что нам здесь предлагают? Нам предлагают дуэль новичков. Зачистка новичка. Страшно. Идемте. Страшно, но идемте. Жалко, обухом попал. Да, я никак не могу тайминг уловить. Нет, нет, нет. Вали! Я не хочу там в этом застынном углу стоять. Ёлки! Ну все. Ну вот этот удар в голову, даже если я сейчас каким-то образом еще... Да, я не выиграю. Так сказать, даже если каким-то образом выиграю, мне бы оно просто не дало пройти дальше. Просто топором в лобешник. Ёлки-палки. Ну там бы ни подшлемник, ничего не спасло бы. Там в принципе все. Не-не-не, не ты. Вот давай ты.
Что у нас там есть? Новичок драка, новичок дуэль. Новичок дуэль. Идем. Ёпперсете, да что такое? Я ему там что-то царапаю потихонечку. Наверное, все-таки на этом ранге пора отказываться от посоха. Он очень хорош, но когда люди не бронированные, когда люди бронированные, я им ничего не сделаю этой штукой. Он еще и со щитом. То есть я ему что-то сношу, но вот посмотрите, он мне один удар нанес и все. Я уже отъехал. Бах, до свидания. Причем смотрите, какие страшные красные уроны. То есть я только что сидел, восстанавливался. Бах, фигак, и все, до свидания. Что-то у меня ощущение, что мне все равно нужно еще третьего чувака себе брать. Зачистка на новичке. Вот пойдем посмотрим, как вот это вот нерейд сходит туда. Нет, 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 нет. Черт, я не того чувака выбрал. Я не того чувака выбрал. Блин, если его сейчас убьют, вот это будет дико обидно. И на щит к тому же еще не насядешь. То есть на обычного чувака... Ох-ох-ох, все, я приехал. На обычного чувака... Ну да, это было понятно. На обычного чувака можно насесть ударами просто раз, два, три, четыре, а на щит так не насядешь, потому что щит начинает блокировать, и у тебя половина ударов идет не по туловищу. Блин. Дуэль на новичке, вот ты. Спасибо. Иди. Иди и выиграй мне этот матч. Неплохо. Так прикрывайся, может, щитом-то. Да блин! Есть! Неплохо! Есть! Выпускай кишки! Выпускайте краки! Да только такой, выпускайте кишки! Хорошо, склеили. Молодец. Ну вот, и теперь есть какое-то ощущение, что не зря нанял. Принесла мне денежку. Ну, это нужно исключительно новички идти, да? Знаток, знаток, офигеть. Двое на двое, кулачный бой. Так, фишка в том, что у нее, по-моему, даже гамбизон или что, ну там, оно у нее на новичка именно. Поэтому если я ее куда-то сейчас пущу, то мне придется потом весь бой цензурить. Поэтому нет, спасибо. Пойдет у нас Денелит. И пойдет он у нас... А я не знаю, куда ты у нас пойдешь. Давай ты в неумеху сходишь, просто посмотрим, как ты там всех отмутузишь, всех. Одного этого чувака. Блин, опасно на самом деле. Против режущего оружия опасно. Да! Давай, 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 месси. Ну! Кулачный мастер кунг-фу просто. Красавчик, чувак. Ну я там не вижу нифига. Вот, нормально. Нормально, нормально. По-моему, вообще ни разу по нему не попали, мне кажется. Flawless victory. Чё ты интересненького продаешь? Сапоги высокие, гамбизоны. Ну блин, на новичка... Это на кандидата. На кандидата. Тут все на кандидата, да? Давайте я тогда подниму на новичка и посмотрим, как обновится рынок. Наверное, блин, надо было это раньше сделать. Ну ладно. Дуэль на кандидатах. Да. Иди. Иди и выиграй мне. У тебя есть вилы? Ёппарасете! Как ты такой удар-то про... Ну, я тоже такие удары пропускаю. Просто когда ты смотришь, когда кто-то такое пропускает, такой, как так можно? На тебе вилами в печень. Ай-яй-яй-яй-яй, ты уже...
Да, не, после такого не встают. Удар по голове, думаю, там пол хп сразу улетело, и потом еще и кишки этим топором выпустили. Вообще было не очень-то. Уф. Так, дуэль новичок-новичок. Не, вот так, вот так, вот так, и пойдет вот это вот с топориком. Борцыцка наша. Да ладно! Да вы что, сговорились? Типа такие сидят на привале, блин, он нам слишком мало платит, надо проигрывать. Надо вообще сдохнуть, чтобы он остался. Убили, нормально, нормально, блин. Хорошо, молодец, сходила просто, суперски. Так, у тебя шмотки-то обновились. Моргенштерн появился, кстати, на новичка. Тяжелая штука, стоит так. О, вот это вот. Помните, где мы такие видели? Копье. Кстати, копье тоже тема. Оно на новичка идет. Двуручный боевой молот. Ох. У него, кстати, не такой большой вес. Дробящего просто море. Импульс очень хороший. И баланс неплох. Давайте я его куплю. Мне интересно посмотреть на эту свистопляску. Да. И хочу... Я, наверное, буду посох менять. Потому что посох, конечно, хорошая штука, но уже не сейчас. То есть не против брони точно. Кто у нас там с посохом? Вот ты, дружище, да? Ты у нас новичок. Ты у нас с посохом со шляпкой. На тебе, наверное, вот такую штуку. Посмотрим, как это все будет происходить. А у тебя будет билд, да. Да-да-да, все правильно. Все правильно, все хорошо. И надо что-то им под броньку еще смотреть. Что-нибудь получше, может какие-то... О, стоп, у меня же есть подшлемник на новичка, правильно? Правильно. Я же его купил сколько-то там серий назад. Блин, а что это я так... Тупю. У нас вот этот парень, который с вилами, он... Так, это здесь, здесь. Шапочка эта, она же гораздо хуже, чем подшлемник. Ну да. Поэтому на тебе шлем этот. А шапочка... Так, далее... Ты у нас торговец. Вот, у тебя нет шапочки, да? У тебя голову может надуть, так что давай, на тебе тоже шапочку. Дальше я листать не буду по понятным причинам. Блин, не надо было наемницу тетку брать. Теперь придется каждый раз стрематься, увижу я там что-нибудь или не увижу. Хорошо, ты у нас новичок и пойдешь ты у нас на дуэль на новичке. Поехали. Блин, что-то я уже на самом деле, наверное, подустал от темных карт. Ах! И сейчас на светлой карте аж прям неплохо себя чувствую. Так, я ей руку порезал. Но она мне... По мне тоже попала! Блин, убьет сейчас. Не убьет, а вырубит точно. Вырубит! Не получается ее на отходе ударить. Это был звук кожаного доспеха рвущегося, да? Есть! Ху-ху-ху-ху-ху! Есть, получилось. Уже такие, ребята, блин, против них режущие не всегда и помогает. То есть по руке пару раз, конечно, хорошенько попал, но потом все это приходилось уже в торс. Знаток. Драка на знатоке. Знатоков у меня нету. У меня есть только новички. Новички принимают вызов. Давайте я, может, на вызов схожу. Блин, это дорого, но... Ох!
Ёлки, все, все, все. Я понял. Попробую на дистанции сыграть, хочу сказать. Блин, шло ведь на самом деле неплохо. Если бы я сейчас топором в затылок не поймал, шло на самом деле неплохо. То есть я его ударил там раза 3-4. Все, чувак, на отдых. Давай, до свидания. Кандидат, кандидат, новичок. Дуэль на новичке. Вот, давайте мы сейчас, наверное, с вами вот этот молот попробуем. Как оно пойдет. Первый удар пришелся неплохо такой. Ёлки! Юх, ты ж все. Не убил. Фух, не убил. Да, да, тут мой косяк. Ну, у чувака среднее режущее оружие, это тоже моя проблема. Как длинное быстрое, только среднее режущее. Не рейд. Идешь на... на зачистку, на кандидате. Я не хочу ее туда отправлять. Блин, а мне, кстати-то, и отправить некого, по сути. Идемте в кулачный. Идемте в кулачный, потому что... потому что так. Мне опять всех покалечили. Я опять молодец. Да хорош меня валять-то! Интересно, за кулачные бои дают же какой-то экспу? Прикиньте, у меня сейчас основной персонаж прокачается, потому что я в основном на нем и выхожу в кулачные бои. На. Фух. Балет на ваших экранах. Сегодня прям какая-то такая серия. Ладно. Двое на двое. На неумехах. Да не, не-не-не, мне просто неким пойти. А, и кулачных нету. Ну, идем. Я об этом пожалею. Чувак просто сейчас ни за что отхавал. Офигеть, я улетел. А, все, нас раскатали. Нет, не раскатали. Раскатали. Черт, это было обидно. Я, кстати, так и знал, что я уровень получу. Я же говорю, а за кулачные дают уровень, интересно или нет? Да, у меня на основного персонажа уровень прилетел. Серьезно. Что я там тебе хотел сделать-то? Быстрое продолжение атаки после парирования? Нет. Быстрая повторная атака. Зачем? Ну, потому что я все равно на нем на кулаках выхожу. Было обидно сейчас. Мы могли вполне выиграть. Да, ладно. Где у нас там кулачный? Новичок? А, новичка-новичка нету, да? Новичка-новичка нигде нету. Ай, ладно, идемте. Полечимся еще немножко. А, это не я играю. Я выставил... Блин, я второй раз уже запутался с персонажем. Я выставил не того персонажа. Теперь мой наемник пойдет драться. Его грохнут там сейчас. Блин. Ну ладно. Надо быть повнимательнее. Надо быть просто повнимательнее. Так. Дуэль новичок-новичок. Вот, давай ты. И давай ты. На отрабатывай как-то деньги, которые я в тебя вложил. Блин, у чувака бердыш. Я не помню, насколько хорош бердыш. Он мне попадался в игре, но я им ни разу не пользовался. Может, ты его ударишь? Блин, у него щита нету. Тот все-то... Какого фига? Почему ты рубящими ударами-то дерешься? О, неплохо, хедшотик прилетел. Есть, убило, наконец-то. Сколько ты красного урона получила за все это время?
Ладно. Так, что у тебя по броньке? О, у нас появились подшлемнички, наконец-то, человеческие. Можно еще один купить. О, кераса. Керасу я беру, ребят. Блин, это дорого, но керасу я беру, потому что, ну, пора уже приодеваться во что-то. Меч. У меня до него даже бабла тупо не хватит. А мне подобное оружие нужно. Ладно, берем керасу, берем подшлемник. Наплечники. 4 серебра. Фиг с тобой. Золотая рыбка. Торг. Пойдем одевать наших перцев хоть немножечко. А то они вообще как тряпочки сейчас разлетаются. Далее. Ты у нас... Новичок. Вот тебе нужен подшлемник, да? Да, да, да. Все верно. Шапочку убираем. А где моя кераса? А, вот она. Вот тебе наплечнички. Вот тебе кераска. Причем, что... А, она меняет гамбизон? Ну и пусть меняет. Ну и пофиг. Кераса, наплечники и чепчик. Так, а тебе у нас чего не хватает? У тебя гамбизон. Один-один, половина-половина. Один-один, половина. А, у этого неудобство получше. Давайте эти синенькие один. У тебя не гамбизон, у тебя пальто. Вот, одно на другое, отличнейшее. Вот, все, хорошо, начинает складываться. Просто суперски. Я уже подзабыл систему, как одеваются здесь шмотки. Надо вспоминать все заново, к черту. Хорошо, новичок, зачистка. Я об этом пожалею. Я это уже сейчас знаю, но нам мне просто нужны были деньги. Ёлки, это я зря подставился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какая ошибка с моей стороны была. Я понадеялся, что я быстрее замахнусь. В общем-то, я по чуваку провел двоечку, застанил его, и мне показалось, что я успею замахнуться, и я не успел. Он очухался раньше, чем я по нему замахнулся. Твою за ногу. Зачистка на новичке. Иди. Иди и победи, пожалуйста. Фиг он там победит, ну ладно. О, хорошо. Вилы в печень, никто не вечен. Я тебе чепчик купил, теперь ты непобедим, чувак. Нормально, хорошо, просто забил вилами насмерть. Ой, крюк. Крюк, это не очень хорошо. Да! Вот это было просто сейчас шикарнейшее. Вилами в лицо два раза. Вот это сейчас просто определило исход боя. Осторожно, осторожно. Осторожно. Та... Блин, ну как ты такой удар-то пропустил? Смотри, два удара. Первый мечом в лицо просто и потом по руке. Но вот бой до этого был просто шикарен. Второй бой, этот терминатор просто уничтожил этого человека. Хорошо. Схватка на новичке, драка на новичке. Схватка на кандидате, дуэль на кандидате. Дуэль. Ну, пойдем, я на 55-м схожу. Это немножечко сомнительно. А, он у меня на кулаках сейчас, что ли, будет? Нет. А, ты посох взял. У тебя есть оружие, которое подходит по левелу. На тебе подзатыльничек, сдохни, тварина.
Я что-то сначала немножечко растерялся. Я такой, я с Биллом вышел, потом нет, нет, это же посох. Нормально. Так, ну чё? Зачистка новичок-новичок. Я продолжаю делать эти глупости, но мне они нравятся. Надо вообще сконцентрироваться на деньгах, потому что у меня осталось мало. Да ну фига ли ты пропускаешь в первом же матче такое? Понятно. Вот, короче, покупка вот этой бобени, это была, наверное, пожалуй, ошибка с моей стороны. Она мне нужна будет только в матчах 3 на 3. Но ее отдельно отправлять, это глупость. Как бы, да, она дерется, но... Ну, вы видите. Польза от нее. Вот чувак с вилами, вот чувак с вилами рулит. Да, его иногда тоже колбасят очень жестко, вот как сейчас было, например. Но очень часто он делает такие вещи, за которые не стыдно. Есть, неплохо, неплохо. Кровь хлещет. Ну, она уже почти дохлая, добей ее, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, блин. Молодец. Нет, короче, эта тетка, она какая-то бесполезная. Ей надо, может быть, щит убирать к черту и вместо щита давать что-то другое. Давайте мы вместо щита дадим второе оружие. Погодите, если так возможно. Я на всякий случай теперь буду ставить на паузу, когда я захожу посмотреть на нее, потому что черт его знает. У нее гамбизон на новичка и доспех на новичка, и они не одеваются, если у нее сбрасывается ранг, поэтому... Да, вот, не знаю, вторую оружку я не могу ей впихнуть. То есть будем так пока что. Я с ней снял щит, по-моему, он просто мешает. Он уменьшает мобильность и... Неудобство полторашка. Не знаю, попробуем, я с ней пока сниму. Пусть она походит просто с топором. Глянем, как это все получится. Денег нету. Денег просто нету. Кулачный бой только аж в эксперте. Фига себе. Я его продую. Вызов на неумехах. Ха, у меня некем идти. 55-м разве что. Дуэль, зачистка. Зачистка на новичке. Опять же, мне некем идти. На эту самую зачистку. Зачистка на кандидате. Пойдем на вызов, наверное, сходим. Окей, это было быстро. Просто два хедшота. Ладно, согласен. Это было прям неплохо. Драка на кандидате, зачистка на кандидате. Пойдем. Ясно, понятно. Да ёлки! Чёртовы вилы! Просто ничего невозможно сделать. Ты пытаешься маневрировать, развивать дистанцию. Нет, на тебе вилами в бок и все. До свидания. А, круто. Кулачный бой. Идем. Настало твое время. Знаете, как эти в Dark Souls'ах там. Простая атака. Настало твое время. Кулачный бой, настало твое время. Да нет, Джеш! Это чертов балет! Че-то не знаю, прям вот. И самому отхватить не хочется по-быстрому. Я сегодня просто уже много проиграл, и сейчас даже в кулачке проигрывать не хочется. Ой, такие дни, когда думаешь, ну я отыграюсь хоть немножко. Ага, фиг. Вот так вот все заканчивается. Ребята, если вы хотите отыграться, никогда этого не делайте. Все заканчивается всегда именно так. Умейте проигрывать. А я пойду дальше. Это неправильно, но я пойду дальше. Идем еще лечиться. Ух. В затылок. Все,
Все, убил, наконец-то. Я спляшу на твоей могиле. Да, блин, это... Да, это было жутко. Хорошо. Куда я могу еще сходить? И главное, кем? У нас есть 33-й, который, по сути, новичок. Я могу в дуэль новичка залезть. Да, могу. Мне бы хоть один золотой за... О. О, неплохо. В ухо залез. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Дай! Да хорош! Это ты мне так мстишь, да? За то, что я тебе первый удар нанес, за то, что я тебе в ухе поколупался. На, сдохни, тварь. Блин. Опасно. Ну, хотя я же говорю, что Билл мне очень нравится. Билл это такая улучшенная версия посоха, просто с лезвием в конце. Неплохо. Драка на новичке. А, пойдемте. А что я теряю? Ну, как бы персонажа теряю, деньги теряю. А так ничего. Только я постою, посмотрю. Я не бот. У меня, в принципе, неплохие шансы. То есть оружие, которое мне нравится. Жизни довольно много. У них тоже оружки хорошие, они друг друга больше покалечат. Отлично. Такие мясные хорошие звуки отсюда сейчас шли. Так, иди сюда, иди сюда. До свидания. Один хороший вымеренный удар. Хопа, и все. Ну, по крайней мере, тупо денег заработал. Так, что у тебя, кстати, еще по пушкам? А это что? Шестопер. А, это бита? Тупо бита, я понял. Бита, кстати, это неплохо. Кувалда. Вот, вот этот топорик, кстати, неплох. Ну, меня сегодня этим топориком отметили. Я говорю, что он неплох. Да, мы вернули себе хотя бы один золотой, что круто. И давайте, наверное, тогда на этом серию заканчивать. Получилось, на мой взгляд, довольно интересно. Вот, продвинулись. У нас все персонажи теперь на новичках, что круто. Новые оружки покупали, потестили. В общем-то... Да, сегодня сливались много, но по сути результат получился довольно-таки неплохой. Продвигаемся вперед. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.